Яркие этнические костюмы, украшенные башкирским орнаментом и серебряными монетами. Над коллекцией соцветия Курая воспитанницы театра моды «Феерия» трудились уже с прошлого года. Вместе с педагогами девочки продумывали сценический образ, разрабатывали эскизы, в процессе работы дополняя одежду различными элементами. Приглашение из Питера, а еще на первую премию было. Но так как у нас не было возможности, все-таки страшно еще было. Мы решили пока повременить, но при этом начали думать, что бы мы могли показать. И на тот момент нам предложили сшить башкирскую коллекцию, стилизованную. И мы решили попробовать и подумали, какие могут быть модели взяты в эту коллекцию, из каких тканей, какая будет вообще расцветка. И начали работу с детьми. На второй национальной премии в области театров моды и костюма «Подиум» принял участие 31 коллектив со всей России, представив в общей сложности 93 коллекции в двух направлениях – театр костюма и театр моды. Наши девочки привезли в северную столицу целых 3 коллекции. Здесь нас впечатлило именно количество коллекций, которые было предоставлено на конкурсе. Там около 100. У нас глаза разбежались, естественно, были безумно красивые коллекции, которым нам казалось, ну все, это вот выше них не прыгнешь. Но все равно после общения с жюри мы понимали, что даже вот тот уровень все-таки мы к нему тоже приближаемся, нас выделили, нам тоже дали какие-то ценные советы по стилю, по имиджу, как правильно это демонстрировать сейчас именно в новых трендах на сцене. Ну, мы были просто восхищены этой поездкой, нам безумно понравилось. Все костюмы девочки шили сами. Педагоги театра моды Лейсан Раянова и Фируза Давлетгараева направляют, организуют и поддерживают своих воспитанниц в процессе создания коллекции и ее сценического воплощения. Первый опыт участия в конкурсе театров мод стал для юных нефтекамских модельеров успешным и запоминающимся. Так как мы ездили на такое мероприятие, на такое масштабное мероприятие впервые, я, конечно же, волновалась очень сильно, но после репетиции стало как-то полегче, когда мы пробовали себя на сцене, и уже после первого, наверное, выступления, второе, третье, уже чувствовала себя комфортно на сцене. Больше всего мне нравится коллекция, когда играет Бах, потому что такая вот очень яркая там такая коллекция со смыслом, и в этой коллекции чувствую себя намного увереннее, чем в других. Но, в принципе, мне остальные коллекции тоже очень нравятся. По итогам конкурса в номинации «Театр костюма. Модная эпоха», благодаря коллекции «Когда играет Бах», нефтекамская феерия стала лауреатом 3-й степени. В номинации «Театр костюма. Стилизованный костюм» за коллекцию «Боги Египта» дипломантом 2-й степени. Коллекция «Соцветия Курая» в номинации «Театр моды. Этностиль» принесла нашим участницам еще одно звание лауреатов 3-й степени. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».